Памятный камень севастопольцам, погибшим за русский мир, заложили в Парке Победы во вторник. В церемонии принял участие губернатор города Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что мемориальный знак установлен в 7-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Вместе с вами мы заложили камень, который вы сделали, в память о тех ребятах, которые никогда не прятались за спины, которые всегда были на передовой, которые всегда были верны своим идеалам. Благодаря таким людям русская весна и случилась. Потом они поехали дальше защищать свои идеалы. К сожалению, не все вернулись. Идеалы героев позволили случиться русской весне, добавил Михаил Развожаев. Но мы сегодня каждый день привносим что-то в наше будущее. И мы, конечно же, должны продолжать ради их памяти. Поэтому светлая память нашим героям, людям, чьи идеалы позволили случиться русской весне. На месте закладки камня севастопольцам, погибшим за русский мир, планируют установить памятник.